Грязный безумный морской волк, ты выжил? Да. И надеюсь, наша совместная затея принесла плоды? Сам полюбуйся. Компас привел меня прямо к ней. Ну, а пират, охранявший корабль? Я применил уловку, которая помогла нам на Новой Гвинее. И я решил, что жалко оставлять там целую флотилию. И впрямь жалко. Гадкая обезьяна. Ты знаешь, как извлечь оттуда жемчужину? Нужны арбалет, песочные часы, три козла. Один из нас будет играть на трубе, а другой делать так. Я знаю, где есть козел. А я могу делать так. Джек, я хочу спросить. У тебя были чаши, вода, слеза. Пожалуй, ты смог бы жить чуть ли не вечно. Источник — это вправду испытание, Гипс, но лучше не знать, когда тебя настигнет смерть. И жить, трепетно восторгаясь всей душой великой тайны бытия. А возможно, я и буду жить вечно. Открыватель источника молодости. Мне пиратская жизнь по душе. Я же капитан Джек Воробей. Смекаешь? Заходи в приложение «Мой Билайн». Звони на 777 или набирай звездочка 777 решетка. И хватит всем! Билайн. Живи на яркой стороне.